МВД по Республике Татарстан предупреждает, как избежать мошенничества под предлогом блокировки банковской карты. Вам позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, обратился к вам по имени-отчеству, знает, где живете, и сообщил, что с вашей карты происходит списание денежных средств или проведена сомнительная оплата за товар, который вы не покупали. Прервите разговор. Это мошенник. Обратитесь в контактный центр банка по телефону на оборотной стороне банковской карты и сообщите о произошедшем. Помните, ваши персональные данные могли попасть к преступникам, а сомнительные операции банк блокирует самостоятельно. Если же вы стали жертвой мошенничества, обращайтесь в полицию по телефонам 102 или 112.